Назад. Альберт Сталин, город Волгодон. Встречаем. Ребят, вы чего? Зал с этой стороны. Привет, Волгоград! Ты что, дурак? Мы вообще на Волгодонске. А, ну тогда привет, Волгодонск! Вы что, совсем что ли? Мы вообще-то в Семикаракорске. А, ну тогда привет! Привет! Привет, Семикаракорск! Здравствуйте! Здравствуйте, с вами команда Альберт Сталин. Самая молодая команда города Волгодонска. Так, я не понял, а что здесь происходит, а? Может быть, все-таки представимся, а? Так лучше. Альбертик, мне все говорят, что меня никто не замечает. Так, Никит, давай, ты будешь первым, давай. А я когда вырасту, стану электриком. Это почему же? Да мне мама говорила, мне все до лампочки. Молодец, давай тогда. Давай, а это Игорь. Он хоть и маленький, но уже что-нибудь из последнего. Крошка моя, я по тебе скучаю. По тебе есть 18, позвони. Все, давай, строй, бегом. Привет, друзья. И как говорит Наталья Морская пехота, стартуем! И первая наша зарисовочка — ворон, который грабит, как пуля. В ваших карманах уже ничего нет. Следующая наша зарисовочка — в одной из придорожных закусочных. Вот ваш заказ. Девушка, вы что мне принесли? Я вас просил манты, а вы мне какие-то пельмени принесли. А полегче со мной разговаривать нельзя? Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты и принесла ты мне пельмени. А я принесла тебе манты! Ха! Серьезный разговор в детском саду. Здравствуйте, я за Вадиком. Здравствуйте, мне нужно с вами серьезно поговорить. Дело в том, что ваш Вадик на рисовании нарисовал вот это. Чьи родители не сдали на ремонт. Спи, 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 спи. Все в детстве учились целоваться на помидорах. Да давайте представим: девочка и помидор. Тили-тили-тили-тили. Алло, привет. Пойдем гулять. Блин, я не могу, я на свидании. Дорогие друзья, с вами была команда КВН «Альберт Сталин», город Волгодонск. Спасибо! Спасибо нашим гостям.